Вот здесь стоит наша доблестная полиция. Вот их будка, вот ОКЦ, вот акимат. Вот здесь сидят наши доблестные правоохранительные органы, да, которые так называемые, которые косят просто бабки. Вот он, вот она дорога, которая идет на пересечении, то есть улицы. И здесь они собирают, то есть около 100 тысяч тенге в час со всех. Камера, которая установлена на углу вот этого вот дома, она снимает, передает все. И сразу же выходит гаишник, и здесь уже тебя из-за елки встречает, тут как тут. И говорит о том, что пройдемте со мной, вам 5000 тенге штраф. Все налажено, ребята. Не пересекайте вот эту дорогу.